Спешу скорее сообщить вам, что скоро на канале будет новый мультец. Наконец-то анимация, как в старые добрые времена, по типу Колывана и Бекчангес. Так что смотри, либо 4-го в среду, либо 6-го в пятницу. Именно ты один из первых увидишь новый мульт. Вот пруфы, а теперь тссс. А пока мы в ППХ дорисовываем с ребятами новый мульт, Чирик проконтролирует обзор на новый планшет. Смотрите, все, пошли. Мотор, камера. Да блин. Да, ты можешь спокойно записывать. Давай, иди отсюда, все. Привет, давайте не тянуть и просто сразу же перейдем к обзору. Несколько месяцев назад я уже делала обзор. На планшет от этой компании. Жопа. Секундочку. Помните вот это, да? Обзор на XP Pen, XP Pen Artist 12. Вот он, да? А теперь у меня XP Pen Artist 15 Pro. Точнее, Artist 15.6 Pro. Этот чувак побольше предыдущего. Вот сейчас я его буду распаковывать и вообще тянуть не буду, потому что достало, сколько можно. Вот сюда. Не той стороной. Дубль 2. Что у нас в коробке? Замечательно. Вот сам планшет. Посмотрите, снова тонкий, легкий. О боже, я обожаю такие планшеты. Сейчас мы будем его распаковывать. Подставочка. Именно вот для таких планшетов тонких. Вот, раздвигающаяся, открывающаяся сама подставочка, которую не нужно закреплять. Обожаю такие подставки. Далее. Здесь у нас, о боже, посмотрите, это тряпочка. Ну, она голубенькая, она не черненькая, как обычно. Давайте сейчас быстренько оденем моего персонажа. Опа. Короче, хрен знает. Обязательно перчатка. Все здесь есть. Набор проводов. Стилус, все на месте, в такой крутой стильной упаковке. Все адаптеры для различных стран. Теперь давай крупный план. Рабочая область планшета 15,6 дюймов. Количество линий на дюйм 5080. Чувствительность 8192. Покрытие планшета матовое. 8 кнопок и колесико. Переходи по ссылке внизу и смотри еще больше информации про планшет. А сейчас мы спешим закончить анимацию, которая будет, скорее всего, уже в эту среду. Танцуем и рисуем.